приехал в город Баниуанги, из которого я собираюсь отправиться посмотреть вулканы Джен. Девчонка из Германии, с которой мы познакомились во время поездки на обзорку, сказала, что в Индонезии поездами ездить можно, но лучше не брать эконом-класс. Поезд, на котором я приехал, не предлагал никакого бизнес-класса, и я сначала боялся, что эконом-класс это будет что-то просто ужасное, но на самом деле там было очень-очень комфортно. Там были кондеры, которые не морозили совершенно. Причем одна интересная штука про эти кондеры. Это коробки, которые мы привыкли видеть в домах, квартирах, офисах, но никак не в поездах и не в автобусах. Кондеров на один вагон было целых 5 штук. Выглядит очень забавно. Еще там были розетки и достаточно удобные сидушки. И вообще, я считаю, что за 88 тысяч рупий это просто замечательный вариант добраться из Провалинга до вот этого вот Баниуанги. Очень приятно, что на железнодорожной станции небольшого городка есть вот такая вот станция с бесплатными зарядками. Есть также очень крохотная детская площадка. Мило. Я нахожусь на Эджене на часах 12:30 ночи. И я топаю к сернистому озеру Кавах-Эджен. Мне идти еще где-то примерно 3 километра, плюс еще спускаться к самому озеру метров, 800. Так что мне надо поспешить, потому как успеть надо до восхода солнца. Как я понимаю, начинается самая жесть, это спуск вниз. Ну что, ребят, готовы рискнуть своими легкими? Вес корзин серой, который носит добытчик, более 50 кг. Продолжительность жизни добытчика менее 50 лет. Средний заработок в день примерно $10. Когда видишь этих людей, занимающихся таким каторжным трудом, сложно поверить, что это происходит в 21 веке.